Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. Продолжаем тему советского журнала «Моделист Конструктор». Это у меня вот максимальное удаление. Придется кусочками как-то. Так, ну это вот советский. А это вот российский, 2015 год. Значит, внешний вид у этого, конечно, лучше, глянцевая бумага. У этого 33 листа, у этого 40. Ну, давайте современный посмотрим. Эти, я надеюсь, большинство знает, на досуге полистаем. Пока сезон копания, сажания начался. Значит так, чего тут у нас? Так, а вот интересно. Тик-тик-тик. Ладно. Значит, почтовый индекс. Гордая надпись «Моделист-конструктор». Номер один, 2015 год. Самый новый мне попался. Цена 10 рублей российских. На данный момент. По подписке радио 550 рублей номер. Ну и это примерно столько. Я думаю... получается у нас 6 с лишним тысяч в год, это дорого, хотя я все в электронном виде, никакой ценности не имеет. Но давайте просто сравним. Так, где у нас тут указочка? Значит, что тут? Вездеход под парусом, конструкция технического творчества, строение под одной крышей, свет и музыка, это нам интересно. Последние реактивные люфтваффе, многоликий визель, самолет Юнкерс, английские субмарины Первой мировой войны. Так, вот это у нас трактор. Мини-трактор «Аленок» Александра Репина из города Мценска Орловской области. Выглядит представительно. Тикс, ну давайте посмотрим. Вот тут немчура со своими. Возможно, вариант раскраски истребителя. А, это у нас у них опытный был. Планировалось красить так. Наступила симухана. Так. Так, моделист-конструктор. Такая тарантайка под парусом. По-моему, где-то я видал в юном технике похожие. Кстати, ведутся переговоры по покупке приложений к юному технику. Номеров 50. Пока переговоры зашли в тупик. Тоже бы интересно листать. Ну, это вот тут схематическое решение. Даже не тоже схематическое, а целый чертеж. Кому что интересно, надо просто глянуть в электронный вид, то там уж все равно не поймешь, что я тут кручу-верчу, обмануть хочу. Ну, в советское время вот с этим баллоном было проще. Потому что колеса везде было набросано. Пруд-пруди. Так, это вот вид сверху. Хотя такая штука, это где-нибудь в Санкт-Петербурге, там ветра большие, по льду фигачить. Вот на коньках такая же есть штукенция, примерно, и на лыжах. Я так думаю, по глубокому снегу дуй-не дуй, засядет. Так. Вот такая вот конструкция. Так подробно расписано. Меня смущает одно, где брать парус.
простому деревенскому парню, кто его в глаза не видал. Так, опять маленькие технические проблемы. Иди сюда. Ага, вот убрали. Не падай. Так, это у нас сухопутный парусник. Это вот ступица колеса. Так, автор статьи Игорь Евстратов. Так, вот это нам больше интересует. Мини-трактор Аленок, вот его фотка. Тут схематическая чертеж. Что тут у нас? Высота метр, грубо говоря. По сиденью 1420. Колея 740. Внешний габарит 915. Общая длина 2 метра. Ну, это говорю, тут надо это все смотреть спокойно. А не просто в общих чертах посмотрим. Рама даже есть. Это хорошо. Чертеж. Трансмиссия. Фотка. Это, я так понимаю, валяется. Так, привод только на задние. Схематическая схема. Так. Ну, как-то так. О, чертеж. Так, задний мост автомобиля «Москвич», доработанный. Ну да, вырезано. Так, арка тут кое-что. Вот фоточки. Ну, при наличии Ютуба актуальность журнала уже теряет. Там, но может тоже много чего подглядеть. Более понятно, чем тут. Да, тем более это тут движочек УД-25. Уже даже с 15-го года 25-й уже антиквариат. Где запчасти-то брать? Тыкс под одну крышу. Это как тут строить в общих чертах? Было, стало. Что, вторая жизнь? Да, мушки. Так, а мне вот интересно, тут где-то светомузыку обещали. Свет и музыка. Вот это что? Таймер с ноу-хау. Что это у нас тут такое? Так, радио за май 2013 года. Электроодеяло. Ну, это нам
не особенно-то и интересно. Причем тут импортная микросхема. А где сюда музыка-то? Нас обманули. Да, странно. Свет и музыка, а что-то таймер. Обманщики. Так, токарный настольный. Резной станок. Цветочная карусель. Так, копия с электроприводом. Самолетик. Так, в общих чертах. Хотя в советском там было на миллиметровой бумаге все чертежи из фанеры пилить. Так, ну тут у нас историческая. Последний реактивный истребитель Луфтваффе. Это вот еще надо было найти вот эти все чертежи. В свое время они же где-то существовали. И тут надо все это перерисовать. Вот туда же это. Что-то карандашом зачеркнуто. Только я не понял, это сейчас зачеркнуто или... Да. Что тут начеркнуто? Так, многоликая визия, бронеколлекция. Ну, познавательно, опять ничего. А что ты тут, весь журнал на немецкую тему. Конечно, интересно, но больше бы, конечно, поделок каких-нибудь. Кажется, советский все-таки был интереснее. Хотя тут тоже вот познавательно. Сейчас у нас все увлекаются после танков бронетехникой. Все все знают, навскидку любую модель определят. Так. Так, это у нас миномет на базе. Это у нас ракетный комплекс ближнего действия. Зенитка. Икс. Так, бронепробиваемость 430, 630, 900. 900. Тандемные кумулятивные. Почти метр. Икс. Ну, интересно, конечно. Ничего не говорю. А каждый визит у нас есть РПГ-7, бабаха нету. Так, он даже десантный. Три человека возит. Так, визель на улице городов Афганистана, 2011 год. Так, сколько эта штука гоняет скорость? 70 км в час. Так, опять немчура. Самолет Юнкерс В-33. Это вот наше тут чудо. Все-таки по сравнению с советским немножко сдулся журнал. Все тут картинки, фотки.
так сказать, больше в историю ударились. Ну и все, ничего. Не, не очень. И все, и все. Опять этот танчик. Так, самолет Юнкерс. Ну, кроме трактора, короче. В общих чертах тут поглядеть нечего, не очень. Так что современно, я думаю, что это не это. Вот, давайте возьмем для сравнения. О, сразу душа радуется. ВЛКСМ. Технический прогресс. Ну, тут политики тоже, комсомол. Здесь вот и сколько можно чего почерпнуть. Сразу погнали. Вот парник теплица. Здесь 87-го года. Это круть. А почему 87-й год я схватил? Да. Маленько зацепил. О, простые советские ребята, вот такой мотоблок, вот такая техника. Вот тут погнали. Даже вот, что-то у нас D6 или D2, забыл. Какой-то культиватор. Соревнуются мотоблоки. Вот кораблик. Рисовано, обратите внимание, как все. Художник ведь рисовал. Так, проекции можно сделать на досуге. Теоретически, значит, был экземпляр готовый. Так, модель. Вот, пожалуйста, можно гонять. Вот, пожалуйста, летающая модель. Вот все расписано. Делай, соревнуйся. О, программирует перфоленты. Помню. В свое время загорелись мы этой штукой. Нажимал, помню, что-то такой носитель, такая типа... Фотопленки только бумажные, с дырочками. Тут использовалась старая фотопленка. Так. Вот технические решения мебели. Так что современный с советским вообще ни в какое сравнение. Вот, один вместе четырех. Все, пожалуйста. С точностью до миллиметра. А сколько всяких полезных этих советов. Кто чего выдумал. Он пашет, бранует, пилит дрова. Мотоблок какой. И для зимы, и для лета тарантайка на дутиках. Вот советские дети. Ух ты, смотрите, что я нашел.
Как ни странно. Что вот этого индекс 0.1.31.22.43. Что у этого 0.1.31.22.43. Значит, современные та же редакция. Смотрите-ка. Так, ну ладно. Посмотрели мы этот новодел. Выводы делайте сами. Мне, если честно, не понравилось совершенно. Так что, я думаю, не стоит его выписывать. Лучше найти старых. Так, следующий у нас будет 81-й год. Правда, не все тут номера. Номер 3. Номер 1. Так, два одинаковых. Сразу отбросим. Ну, дети гонят. Такой штукенции. Почитаем. Так. 6, 9 и 12. Значит, так, номер 1, 3, 6, 9, 12. Будем глядеть. Продолжение следует.